Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юлия, и мы сегодня снимаем первое видео в этом году. У нас открытие сезона на дачном участке. Кто смотрел наши предыдущие обзоры, как мы в 2001 году купили участок, облагораживали, самостоятельно сделали забор. Кому интересно, у нас дальше будет продолжение видео. 2022 год, открытие сезона. На дворе апрель месяц, погода пока стоит более-менее теплая, уже потихоньку все сохнет. Вот я показываю, что у нас высох участок. Последний снег мы видели, по-моему, позавчера, когда приезжали. Лужи даже стояли, у нас тут не совсем ровный участок. И вот я показываю, что все высохло. Во всяком случае, снега нет, но за забором снег есть. Сегодня видео мое будет называться «Как пережил наш участок зиму», какие работы, еще раз покажу, были выполнены. Вышла я на дорогу, хочу вам показать с фасадной стороны. Вот наш забор, который мы делали, канавки, которые мы облагораживали. По-моему, мы в сентябре, в октябре все это доделывали, потом наступили холода. А немножко у нас вот здесь осыпалось, где заезд. Такое впечатление, что здесь кто-то ездил. Вот по этому месту кто-то ездил, потому что рядом уже построили дом, где был участок свободный. Мы приехали, уже дом стоит. Но мы периодически приезжали, видели, что здесь строительство началось. Вот я показываю, канава наша, она сухая. Дальше я вижу, что снег у людей, а потом дальше вот там вообще забито, все нужно прочищать. С этой стороны вот еще небольшой кусочек снега лежит. Все, практически снег уже весь сошел. Вот этот последний на нашем участке, этот последний, больше нет. Все, в принципе, в порядке. Смотрите, какая канавка сухая, хорошая. Вот торчит та труба. Помните, я показывала, кто смотрел, что через участок соседний сделали канаву. Положили вот эти плиты под канаву, и этот участок кто-то купил. Купил, и там уже дом стоит. То есть рядом с нами уже жильцы. Они сегодня дома, я тоже смотрю, активно занимаются строительством. Мы не знаем, кто там, мы не видели. Вот наш заезд. Тоже все это почистим. Но, в принципе, смотрите, ничего не обвалилось с этой стороны, но зато немножко осыпалось с другой стороны. Видно, что кто-то тут как будто бы колесом проехал, предположительно. Вот те, кто строились, разгрузка, может быть, была. Ну, а я зашла на участок. Сегодня видео о том, как наш участок пережил зиму. Поэтому я вам показываю, что все в порядке. Вот наш заезд. Все сухо, оно постепенно высыхает. В прошлый раз мы приезжали, было все мокро, грязно, в глине. Вот посмотрите, я вот в этих калошах из магазина «Светофоры», и более-менее я их еще почистила. Вот с такими носочками тепло, так вообще земля еще холодная. Вот, пройду, покажу, что в порядке все со сваями. Были такие сильные ветра, кто живет в Санкт-Петербурге, в области, подтвердят, что вот в последнее время очень-очень сильные ветра были. И ничего не повредилось, забором все в порядке. Вот я показываю. Видите, вообще все-все хорошо. Даже уже крапива, что ли, пошла. Вот. Свеженькая, ведь эта трава не с прошлого года, да? Вот как она так быстро растет. Только-только снег было. Посмотрите, на этот борщевик уже пошел он. Не могу понять, это свежая трава или это прошлогодняя. Но борщевик явно зеленый, уже свежий. Посмотрите, какая прелесть уже. Вот она, травка. По-моему, это крапива. Мы привозили осенью пенечки. Думали, может быть, какие-то там шашлык или что-то будем делать. В итоге скинули, началась холодная погода осенью, и мы ничего не делали. Из того, что мы заметили после зимы, обратите внимание вот на эти кучки черные. Это норки. Норки. Здесь мышки-полевки делали себе норки. Они копали лабиринты, вот я показываю. Видите, вот эти все дорожки, это их лабиринты. И когда мы 2 дня назад приехали на участок, мы даже увидели ту мышку. Она тут вышла, потом, когда нас заметила, она убежала. Посмотрите, то ли кроты нарыто. Но мы спросили, нам сказали, что тоже так у людей на участках. То есть был толстый слой снега, сантиметров 70. Тут снег был
Снега много было. Мы приезжали зимой, даже не смогли ворота открыть. И вот они тут нарыли. В общем, посмотрите, сухо, все в порядке. Вода уходит. У нас вот небольшая неровность. И стояла вода в некоторых местах. Вот где мы жгли траву, вот такое углубление здесь вот пересыхает. В общем, все в этих норках, в этих лабиринтах. Вот они, посмотрите на эти дорожки. Вот, можно понаблюдать, как мышки тут ходили по дорожкам. Но они, наверное, до сих пор здесь. Целый-целый город у них тут. У нас 10 соток, и они все тут практически в норах в этих. С этой стороны участка тоже все в порядке. Сваи наши все стоят. Забор в порядке, он чистый. В общем, прекрасно наш забор пережил зиму. Так, показываю. В общем, вот такие у нас дела. Все в порядке. Сегодня такое коротенькое видео после зимы. Открытие сезона. Но мы на самом деле уже приезжали в этом месяце раз 5. У нас тут были дела, поэтому будем все показывать. Если вам интересно посмотреть, как мы будем облагораживать участок, в ближайших планах на весну у нас будет высадка деревьев. Мы будем ездить по питомникам. Работ на участке много. Нам нужно его как-то выровнять. Все-таки вот эти углубления. То ли трактор вот этот нанять. Не знаю. Продолжение борьбы с борщевиком будет. Все, я буду показывать. Ну, на этом обзор я свой заканчиваю. Подключайтесь. И до следующего видео. До свидания.